Здравствуйте! В этом видео речь пойдет о арифметических операциях в PHP. Арифметические операции принимают в качестве операндов числовые значения и возвращают результат в виде одного числа. Стандартными арифметическими операциями являются сложение, вычитание, умножение и деление. Арифметические операции в PHP используются так, как и другие манипуляции с переменными. После выполнения кода мы увидим, что мы присваиваем к плюсу переменной 23 плюс 5. В итоге мы получим 28. К минусу, как к примеру, мы присваиваем 23 минус 5. И выводим опять-таки результат 18. Умножение, 5 умножаем на 6, выводим его здесь и получаем 30. Ну и деление, 9 делим на 3 и получаем 3. Также в PHP есть деление по модулю. Оператор деления по модулю обозначается символом процента. Этот оператор возвращает остаток от деления первого операнда на второй. Для примера мы присвоим к переменной а 10 и выведем переменную а, деленное по модулю, на 3. То есть в результате мы должны получить единицу, поскольку 3 умножить на 3 будет 9 и остается единица до 10 как остаток. Также в PHP можно возвести в степень, используя два знака умножения. В примере мы возведем переменную а, которая принимает значение 10, во вторую степень и получаем 100. Также в PHP можно изменить знак нашей переменной. Если нам требуется изменить знак переменной, можно использовать минус перед переменной. Для примера мы берем переменную а, которая имеет значение минус 10, и b, которая имеет значение 10. Выводим на экран обратное значение этих переменных. Получаем вместо минус 10 – 10 и вместо 10 – минус 10. Теперь все примеры мы рассмотрим на практике. Первое, мы используем обычный плюс, минус, умножение и деление. Возьмем любую переменную а, присвоим ей произвольное значение, допустим 28, и значение b, которая будет иметь значение 8. В том примере мы рассматривали вывод результата сразу. Теперь мы его присвоим к какой-то переменной result, допустим. И присваиваем переменную а плюс b. А теперь выводим нашу переменную result. Получаем 36. Попробуем поменять знак так же само на минус. Получаем 20. То есть 28 минус 8 – 20. Умножение. 224. Можно проверить на калькуляторе, но я доверяю PHP. И видим результат деления 3,5. Можем сразу посмотреть, как будет выглядеть изменение знака. Минус 3,5. Попробуем нашу переменную result возвести в степень. Во вторую. Сохраняем. Обновляем. Видим 12. И 25 сотых. Это основные арифметические манипуляции с переменными. В следующем уроке мы рассмотрим математические функции. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране, и получите скидку 15% на все курсы ITVDN.